В аварии на трассе Иваново-Кострома погибли два молодых водителя. Лобовое столкновение произошло в 22:25 у деревни Галчаново Фурмановского района. Региональное МВД сообщает, 27-летний водитель Джили М. Грант выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, за рулем которого находился молодой человек 93-го года рождения. Причины рокового столкновения будут выяснены в рамках уголовного дела.